Ну, я считаю, что российского кино как такового на данный момент не существует. Я несколько раз была на съездах в Доме кинематографистов по другим делам с кином не связанные, но видела выступление Никиты Сергеевича Михалкова. Я считаю, что если режиссер, который был довольно-таки известным, и он у нас председатель Союза кинематографистов, и все смотрят ему в рот, и он занимается вместо искусства девелоперской деятельностью, ломает, сносит дома в Москве и занимается точечной застройкой, мало того, нанимает сотрудников полиции. Вы помните эти скандалы на Малом Казихинском, также сейчас такой же скандал на Первом Самотечном переулке, где он просто продавливает все, пользуясь тем, что он может зайти к президенту, что он может надавить на любой орган власти, он пользуется этим и строит дома. Я считаю, что человек, когда вот доходит до такой стадии разложения и является председателем Союза кинематографистов, то кино у нас пока не будет.